думаю, хоть за какие-то копейки можно будет продать. Так, вот еще труп наемника. Опять какая-то хрень. Ну, в игре называют это мусором, и он ни для чего не используется, разве что, чтобы продать. И нам нужно убить последнюю группу наемников, и тогда мы, наверное, встретимся с этим Себастьяном, или как его там, ну, тем лучником, которого мы видели в городе. А еще нам в этом месте нужно тоже задание выполнить. Писать тут два здания. Так что в этой локации будет у нас долгая прогулка. Так. Ага, ну вот они, эти наемники уже. Замечательно, ребята. Пошли в задницу, горите вообще. А блин, пошли вон от меня. Надо лучников снимать. А, блин, зря я его тронул. По мне не стрелять. Блин, давай пей зелье быстрее. Так, свалили отсюда. Долбали. Давай, мочи, 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 мочи. Теперь эту сучку. Ты ко мне бежишь? Не бей, не бей, дурак. Зря ты на меня нарываешься. Я скоро получу уровень и буду вас всех раскидывать. О, кираса компании Кремния. Кремня. Кремня. Наемник. Еще один. Тут еще остался лох какой-то. Ну что ж, молния была. И камень блоком. Все готово. Неплохо опыта получили. Я думаю, за выполнение задания дается больше опыта, чем за простое убийство. Так. Ищем, смотрим, ничего нет ценного. Че, прям вообще ничего? Не может такого быть. О, вижу эльфический корень. Забираем. Ну да, это для ремесла тоже, очевидно. Так, еще здесь какой-то лагерь. А че нам там по заданию? Где вообще эта кнопочка с заданиями? L, может? Нет? G? А, да, G. Не G, а... Так, долг. И что дальше? А. Нужно вернуться в церковь и сказать Себастьяну, что мы уже все. Ну ладно, вернусь потом. Начну выполнять еще одно задание. Old Shemlin. Your kind are not welcome among the Dalish. Так, пропустите меня, ребята. The sooner I finish my business, the sooner I'll leave. You have no business here. Wait. This is the one the keeper spoke of. A Shemlin? I thought he'd be an elf. Shemlin. Enter the camp. Keeper Marathari has been waiting for you. Okay. Cause trouble, and you'll meet our blades, stranger. Ой, напугал. Да блин, твой клинок как зубочистка. Marathari, I was told to bring you this amulet. Andaranatishan, travelers. Indeed, I am Keeper Marathari. Let me look at you. It has been a long, hard journey to this place. And it's far from over. Tell me, how this burden fell to you, child? Не имеет значения. I brought the amulet here as I was asked. Aren't you supposed to tell me what to do with it? I understand. It's never an easy thing to speak of debts. I will ask no more questions of you. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain and given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Do this and your debt will be repaid. Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you. She will see to it the ritual is done. And when it is complete, I must ask that you take her with you when you go. Жуть. Давайте ответим жуть. That seems a little odd. It is her wish, and I must grant it. You'll find Meryl waiting for you on the trail just up the mountain. Dareth Shirar.
Да, это жуть какая-то. О, 400 опыта за простой разговорчик. Но я же говорил, здесь больше опыта дают за разговоры и за квесты, чем за простые убийства. Ящик. Давайте здесь немножко потырим у них. Книжечку прочитаем. Все-таки опыт дается чуть-чуть. Еще книжечка. Давай. Опыт пригодится. И еще. Ну, вообще замечательно. Еще немножко и будет новый уровень. Это очень хорошо. Так, а что мне здесь указывается? И это я читал? Нет? Так, а что здесь у нас? You've done more for me than I have any right to expect. If I were the keeper, you wouldn't even have that list. Your family murdered Zathrian and his entire tribe. They weren't themselves. They were cursed. And each day more lose themselves to the beast. О чем речь? What's this about curses and beasts? This Shemlin speaks for the werewolves of the Brazilian forest. She represents murderers. And saviors too. They fought at the Battle of Denerim with the hero of Ferelden. But now they're losing hold of their senses. Even the Lady of the Forest is growing wild. If you don't help soon, there'll be nothing but monsters. And then you'll see murders. We are done. Ну хорошо, скажи, как я могу помочь. If I can help keep the werewolves from turning to beasts, I will. Thank you. The curse can't be broken, but it can be slowed. The keeper gave me a list of ingredients, but some will be difficult and dangerous to find. Please, help me find them. Ну, черт. Ах, список. Только этого нам еще не хватало. Ой, уже нашел что-то. Что так быстро? Ну окей, движемся дальше. Сюда наверх. Поскорее бы уже в бой. Oh, I didn't hear. You must be the one the keeper told me about. Anethera. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meryl, which you probably knew already. I'm rambling, sorry. Пойдем дальше. We've got a job to do. Don't waste time chatting. Well, don't mind Hawk, miss. Ferelden's aren't exactly famous for their manners. Varric Tethras at your service. I know little of outsiders. No chatting is for the best. I'd probably say a lot of things that are very stupid. We should go. Your task is for Asha Belinar. It's not wise to make her wait. Я готов идти. Let's get this over with. Отлично. Отправляемся. Ух ты. Скелеты? Да ладно. Хорошо, такое. Вот так еще. Ай-яй. Ты что, промазал? Ну ладно, лучников. Пусть ребята там сами выживают. Ну, свои проблемы. Все. А, не, еще повылазили. Лови ты, кулачок. Блин, еще и живучие какие-то. Ну, умирает, чё-то. Такой бессмертный. Ты вообще, ну, походу, вообще зажучил. О, наконец-то умер. The keeper didn't mention you were a mage. All keepers know a bit of old magic. The stories tell us that all Elven once had the gift. But like so many things, it was lost. It's a keeper's job to remember, to restore what we can. Хм,
Ты чуть не попала в меня. Watch where you're casting those spells. I'm sorry. I wasn't sure what was best to do. I've done a little fighting before, but it was always alone. I'll try not to hit anyone. On our side, I mean. I'm babbling again. Let's go. Смешно. Так, отлично, мне дали уровень. Надо становиться все сильнее и сильнее. Буря. Да нет. О, вот еще хочу ледяную хватку. Да, отлично. И магию полностью, думаю, можно прокачать, чтобы была сила заклинания сильнее намного. Так, отлично. Здесь ничего, пусто. Идем дальше. Скелетики, это хорошо. Так, можно тут немножечко поменять местами. О, отлично. И здесь тоже можно. Все. Так. Ух ты! Стека долазит. Лови удар кулаком. Теперь на тебе дом. Заморозили. Ну, этого можно молнию уже. Сагнали. Да, надеюсь, типа там не окружать не будет. А, отлично, он тут. А на его варик, наверное. Либо. Как тебя зовут, приятель? А, черт. Хорошо, я думаю, его зовут Варик. Подбивал этого козла. Все. Ой. Слабенькие скелеты. Но если толпой зажмут мне одного, конечно, не вынесут. Так, у братана уровень. Давайте ему живучести добавим полностью. И коса теперь у него добавится еще способность. Она в тактике отметилась. Да, отлично. Все замечательно. Так, можно двигаться дальше. О, здрасте.